Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». Начинаем выпуск с печальной вести. Сегодня не стало нашего коллеги, одного из основателей телевизионной журналистики в Карачаево-Черкесии, Мусали Мардасовича Шакова. В свое время он окончил факультет журналистики Казахстанского государственного университета, после чего вернулся на малую родину. Около 40 лет своей жизни Мусали Шаков посвятил работе на радио и телевидении, заслужив призвание популярностью слушателей и телезрителей. Многие коллеги заслуженного журналиста республики Мусали Мардасовича не без основания считали его мастером слова. А общие встречи редакционного коллектива ГТРК «Карачаево-Черкесия» до сих пор памятны многим, кому довелось с ним трудиться. Коллектив ГТРК «Карачаево-Черкесия» выражает соболезнования родным и близким Мусали Шакова. Похороны Мусали Мардасовича пройдут в его родном ауле «Малый Зеленчук» завтра в 10 часов. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел оперативное совещание со спикером парламента Александром Ивановым, председателем правительства республики Муратом Аргуновым и руководителем администрации главы и правительства Муратом Озовым. Тема – текущее социально-экономическое развитие региона за первое полугодие 2023 года. Реализация социальных инициатив главы государства, федеральных и республиканских программ, направленных на повышение качества жизни граждан. Мурат Аргунов проинформировал о графике их реализации. Подробно остановились на тех задачах, по которым необходимо принимать дополнительные решения для более качественного исполнения. Особое внимание уделили поручениям президента России, данным по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, которое он провел в Пятигорске. И сегодня же Рашид Темрезов провел рабочую встречу с заместителем управляющего отделения Социального фонда России по Карачаево-Черкесии Асланом Озовым. Аслан Озов сообщил, что в Карачаево-Черкесии процесс объединения двух самостоятельных отделений фонда социального страхования и пенсионного фонда полностью завершен. Создана единая структура оказания социальных услуг различным категориям граждан. Аслан Озов также проинформировал о том, что специалисты регионального отделения фонда постарались сделать технический процесс слияния максимально безболезненным для граждан, о том, о чем свидетельствует минимальное количество жалоб от заявителей. В том числе благодаря тесному взаимодействию фонда с социальным блоком правительства республики, с 1 января прием граждан по всем вопросам ведется в объединенных клиентских службах по привычным для граждан адресам. На особом контроле Объединенного фонда исполнение поручения президента страны по выстраиванию целостной системы поддержки семей с детьми. С 1 января 2023 года запущено единое пособие, которое сегодня предоставляется Социальным фондом России и охватывает более 45 тысяч детей и 4100 беременных женщин в Карачаево-Черкесии. Стороны обсудили главные цели отделения фонда на ближайшую перспективу – это клиентоцентричность и усовершенствование проактивного оказания услуг гражданам, то есть без заявления получителя, повышение качества обслуживания клиентов. В 2023 году Отечественная пограничная служба отмечает 105-летие. В амфитеатре Черкесска прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику защитников государственных рубежей. Участие в нем принял глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Подробности у Артура Мхце. Тем, кто в разные годы отстаивал рубежи нашей страны, в столице Карачаево-Черкесии в последние несколько дней было посвящено немало мероприятий. Особо стоит отметить открытие аллеи по улице Даватора. Накануне увековечили имена нескольких заслуженных пограничников прошлого. Еще одно торжество состоялось в амфитеатре города Черкесска. Полный зрительный зал, как дань уважения ратному труду многих поколений защитников государственных границ нашей Родины. В день 105-летия службы и 99-й годовщины погрануправления по КЧР участие в мероприятии приняли представители руководства республики и региональной столицы. День пограничника – всенародный праздник. Праздник мужества, дружбы и патриотизма. Защита государственных границ – служба сопряжена с серьезной ответственностью за спокойную, счастливую и мирную жизнь нашей страны. Сегодня пограничники продолжают оставаться надежным щитом нашей Родины. Доблесть, отвага и стойкость, качество, которое отличает все поколения сотрудников и ветеранов пограничной службы. Глава республики напомнил о некоторых славных страницах истории пограничной службы и выразил уверенность, что границы России под надежной защитой. В этот праздничный день выражаю глубокую признательность ветеранам пограничных войск, чья жизнь – пример подлинного героизма и доблести для всех нас. Заложенные вами славные боевые традиции достойно продолжают
нынешнее поколение защитников границ. Примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, за неукоснительное исполнение воинского долга, за мужество и отвагу. В этот день со сцены звучало немало добрых слов в адрес пограничников. Был отмечен труд отличившихся сотрудников. Звучали любимые многими песни. А рядом с амфитеатром любой желающий мог на время почувствовать себя военным человеком, отведать солдатской каши и узнать, какое вооружение используют сотрудники пограничной службы для выполнения задач различной степени сложности. Артур Мхце, Вести, Карачаево-Черкесия. Уже в этом году в станице Преградной планируют открыть амбулаторию на 240 посещений в смену. Новое здание располагается в центре Преградной, рядом с площадью и местной администрацией. Сейчас идут работы по благоустройству территории объекта, по чистовой отделке посещений. Выполняется монтаж внутренних инженерных систем. Готовность сдачи здания под ключ на сегодняшний день составляет 81%, говорят подрядчики. Амбулатория будет оснащена новейшей техникой и оборудованием в соответствии с современными стандартами, что позволит получать населению качественную медицинскую помощь, говорят в районной администрации. Это было вызвано с тем, что Рашид Бориспиевич, глава нашей Карачаево-Черкесской республики, проводил прием граждан из Урупского района. И там была озвучена такая проблема, что старая амбулатория, поликлиника, она есть в аварийном состоянии и не приспособлено здание как для поликлиники. Было принято решение, были даны соответствующие поручения, и согласно нацпроекту по здравоохранению приняли решение построить поликлинику в центре станицы Преградной. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер западный 6-11, температура ночью 10-15, в горах до плюс 10, а днем 23-28 градусов тепла и местами до плюс 19. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 13-15, а днем 24-26 градусов тепла. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Мама Мия! С 10 июня в Кисловодском цирке. Славные тигры, бизоны и другие удивительные животные в программе «Счастливый билет». Телефон 296-58. Категория 0+. Указом президента России Владимира Путина орден «Родительская слава» получила семья Тоговых из села Красный Восток. Резуан и Рита воспитывают 8 детей, 6 дочерей и 2 мальчиков. Они удостоены награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Альбина Куроченова-Кенжева продолжит. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил многодетную семью с получением заслуженной награды и отметил, что главное в жизни является та атмосфера любви, взаимоуважения, доверия и поддержки, что царит в доме. Семья Туговых живет дружно, занимаются хозяйством, выращивают огород и сад. В семье прививают детям любовь к труду и учебе. Ребята помогают родителям буквально во всем. Резуан Тугов делится, что, вернувшись со службы в армии, друг познакомил с подружкой жены. Вот с тех пор встретились, полюбили друг друга, сыграли свадьбу, обустраивали быт. Стараемся, воспитываем, объясняем, чтобы старших слушались. Они тоже слушаются, как бы друг друга понимаем. В учебе тоже они друг друга помогают. Кто не понимает там в чем-то уроки, когда делают дома домашние задания, друг друга постарше и младшим помогают, объясняют, уроки делают. Мы никогда не чувствовали усталости, говорят родители семейства, потому что даже маленькими ребятишки старались не отставать от мамы и папы, помогая во всем. Весело проводят свой досуг, собираясь на пикники или гоняя мяч во дворе. А юные девушки умеют шить, вязать, вкусно готовят и даже собираются стать в будущем кондитерами. Главный секрет крепкой многодетной семьи – это взаимопонимание и любовь.
Орден «Родительская слава» был учрежден в 2008 году и впервые вручался в 2009 году. Награда присуждается ежегодно всего двум семьям из каждого региона России. Его могут получить родители или усыновители, находящиеся в официальном браке и воспитывающие более 7 детей. При этом обязательным условием для взрослых является обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном, нравственном развитии детей. Альбина Курачинова, Кенджева, Альбина Тимирова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Известному ученому, доктору исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, почетному работнику высшего профессионального образования, члена Союза писателей России Аскербию Койчуеву исполнилось 80 лет. Отпраздновали юбилей в КЧГУ имени Умара Алиева. В данном вузе он работал сначала проректором по учебной работе, а затем и ректором. О человеке, стоящем на службе у науки, расскажет Альбина Ламкова. Юбилей известного ученого Аскербея Койчуева стал настоящим праздником для гостей торжества. Этот человек, чья жизнь заслуживает особого уважения и подражания. Путь его в науку был непростым. Аскербей Дагирович родился 22 апреля 1943 года в ауле Сарытюз. В ноябре того же года семья Койчуевых вместе со всем карачаевским народом была депортирована в Казахстан. После возвращения на историческую родину Аскербей Койчуев закончил образование в среднем школе. Затем служил в армии на Черноморском флоте. После поступил на исторический факультет Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского Госпединститута имени Герцена. На этом его образовательный процесс не завершился. Он прошел путь от студента до профессора. Большую часть жизни Аскербей Койчуев отдал изучению истории, событиям прошлого, особенно темам депортации карачаевского народа, обеспечения мира на Северном Кавказе. Уделял большое внимание научным работам. Это дело 80-летний юбиляр продолжает и по сегодняшний день. Мои мечты сбылись. Я доволен всем. У меня была мечта служить народу. Эту мечту я выполнил. Написал 23 книг. Служил культуре карачаевского народа, культуре народов Северного Кавказа, России. Знаменитый педагог, наставник и просто хороший человек. Говоря о юбиляре, сказал исполняющий обязанности ректора КЧГУ имени Умара Алиева Таусултан Узденов. Еще добавил, что имя Аскербея Койчуева золотом вписано в историю образования, науки и культуры республики. Таусултан Узденов в торжественной обстановке вручил ему свидетельство почетного наставника университета. Являясь советником при ректорате университета, всегда очень чутко реагирует на все изменения в системе образования. Его аналитические записки, инициативные предложения всегда очень важны для нас, и мы ценим, уважаем. В сегодняшнее процветание университета входит и огромный вклад предыдущих ректоров. Аскербей Дагирович – один из них. Он 10 лет руководил вузом. Организаторская, научно-педагогическая и общественная деятельность Койчуева нашла должную оценку со стороны государственных, ведомственных, республиканских и общественных органов. Он обладатель многочисленных наград. Аскербей Дагирович многие годы жизни посвятил делу воспитания подрастающего поколения, формированию его активной жизненной позиции, подготовке педагогических кадров нашей республики. Руководя долгие годы вузом, главной кузницей педагогических кадров для школ республики, Аскербей Дагирович много сил и энергии вложил в его развитие. Целеустремленность, порядочность, внимательное отношение к людям, профессионализм и жизнелюбие Аскербея Койчуева снискали уважение среди коллег, близких и друзей. В каждом обращении к юбиляру говорили неподдельные слова восхищения с пожеланиями творческого долголетия. Кстати, музыкальные номера торжества сопровождались песнями на стихи юбиляра Аскербея Койчуева. Волгоград,
Альбина Ламкова, Медина Джангюзова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Паромщица». Всего доброго, до встречи.